В этот день комиссия рассмотрела 6 протоколов. Все они относились к 27-й статье областного закона «Нарушение тишины в ночное время». Статья 27 областного закона об административных правонарушениях «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22:00 до 6 часов утра в местах постоянного проживания или временного пребывания влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей». В процессе заседания административной комиссии по 3 протоколам с возмутителями спокойствия побеседовали и вынесли предупреждение. По 2 протоколам вынесено наказание в виде штрафа на сумму 3000 рублей. Одному из нарушителей придется заплатить за беспокойство соседей в ночное время 2000 рублей. Уважаемые жители и гости города, просим не совершать административных правонарушений, так как штрафы за это не маленькие.